Итак, мы начинаем. 4 человека, в том числе 7-летний ребенок, пострадали сегодня в результате ДТП в Бийском районе. В настоящее время по факту аварии сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Добавим, что никому из участников госпитализация в медучреждение не потребовалась. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 4-м километре дороги Бийск-Лесное. По предварительной информации, виновником аварии является водитель ВАЗа. Как нам стало известно, 32-летний мужчина пошел на обгон и не справился с управлением. И столкнулся с иномаркой. Водители и пассажиры получили различные травмы. Однако никому из них госпитализация не потребовалась. Сотрудники полиции обращаются ко всем участникам дорожного движения. Быть предельно внимательными на дороге. Не нарушать правила. И прежде чем совершать какой-либо маневр, убедитесь в его безопасности.